Здравствуйте, друзья, в эфире Автоплюс, мировое ралли. В студии для вас работает Олег Карпов, и мы отправляемся в Финляндию, в страну лесов, озер и ралли. Итак, ралли для Финляндии – это практически национальный вид спорта. Всегда, во все времена, что существует раллийный чемпионат. Очень много сильных пилотов в нем выступало, и традиционно сильные, особенно они на домашних трассах, на ралли близ города Югаскиля, где и проходит ежегодно эта гонка. И в этом году ралли Финляндии отмечает 60-ю годовщину. В 60-й раз пилоты соберутся в Югаскиле, чтобы принять участие в одной из самых захватывающих гонок чемпионата мира. Очень быстрые дороги, очень скользкие, говорит Себастьян Лёб, шестикратный чемпион мира, ровное покрытие с большими трамплинами, это всегда очень эмоциональное ралли. Себастьян Ажье, его напарник по Citroën, по заводской команде Citroën, говорит, что очень сложно понять, где мы можем ехать здесь с полным газом, а где чуть приподнимая педаль. Здесь не слишком большая разница между двумя этими гранями, но в итоговом результате, на итоговом результате она отражается очень сильно. Яри Мати Латвала, один из членов команды Ford, говорит, дороги в отличном состоянии, если погодные условия хорошие, можно видеть единственную траекторию, по которой ездят дорожные машины. Микко Хирванин, предыдущий победитель этой гонки, говорит, что это одно из самых быстрых ралли. Лично я люблю, когда машина боком вылетает с трамплина. Это совершенно особенное чувство. Петр Сольберг добавляет, что здесь большие прыжки, прекрасные болельщики, всегда отличная атмосфера и, самое главное, очень профессиональный обслуживающий персонал. Все это делает ралли Финляндии особенным этапом чемпионата мира. Я уверен, что когда начнется гонка, вы поймете, о чем я говорю. Себастьяну Лёбу совсем не обязательно выигрывать в Финляндии. Он уже имеет весьма большой перевес над ближайшим соперником. Микко Хирванину, в частности, своего бывшего основного соперника в споре за титул, напережает на 65 очков и говорит, да, сейчас я не ощущаю того давления, которое всегда присутствует из-за того, что я непременно должен выиграть гонку, но это очень интересная гонка сама по себе, и здесь как минимум 5 пилотов, которые способны ее выиграть, так что если я буду очень медленным, все они способны меня опередить. Но в первую очередь, наверное, стоит обратить внимание также и на главного соперника в чемпионате, а Себастьяна Лёбе, молодого француза Себастьяна Ажье, который в Финляндии проводит свою первую гонку в составе заводской команды Citroën. Получил он такое приглашение от Оливье Кинеля после того, как очень сильно проявил себя на гравийных этапах и, в частности, выиграл гонку в Португалии. Также не будем забывать и о Петре Сольберге, который выступает на практически таком же Citroën C4, как у Ажье и у Латвы. Ну и, кроме того, понаблюдаем за тем, как выступит в Финляндии Кими Райконен. Кими впервые за рулем World Rally Car выступит на своей домашней гонке. Итак, взглянем на карту этой гонки. Столица ралли — город Югаскиля, что примерно в 230 километрах от Хельсинки. Ну и всего пилотам предстоит преодолеть 19 спецучастков и 310 километров боевого пути. Но перед этим стоит сказать, наверное, о том, что прекрасная новость есть в мире чемпионата мира по ралли. Перед ралли Финляндии было объявлено о том, что мини возвращается в раллийный спорт. Та марка, которая очень много выиграла в 60-х годах прошлого века, с 2011 года вновь будет представлена в чемпионате мира в качестве заводской команды. И соглашение подписано между руководством мини и компанией ProDrive. Дэвид Ричардс говорит о том, что это просто прекрасный контракт. Машина идеально подходит нашим задачам. У марки огромное наследие в этом спорте. И мы, естественно, с нетерпением ждем, когда выйдем на старт. Оливье Кинель говорит, что это отличные новости для всего чемпионата и, в частности, для Citroën, потому что в следующем сезоне Citroën будет выступать на автомобиле DS3, а все знают, что DS3 — это прямой конкурент Mini. Ну и Малькольм Уилсон также добавляет, что Mini возвращается, это просто великолепно. Думаю, это может пристегнуть и другие марки к приходу в чемпионат мира. Ну и стоит добавить, что в 2011 году не полный чемпионат проедет заводская команда Mini. Ходят слухи, что с 4 или 5 этапа сезона придет заводская команда в чемпионат. Ну а в 2012 году по полной программе уже будут выступать пилоты этой марки. Пока неизвестно, кто это будет, но ходят слухи и о том, что Мат Сосберг может присоединиться к Мини, о том, что Маркус Гронхольм вполне возможно проведет несколько гонок. Ходят слухи и про Криса Мика, действующего чемпиона IRC. Что ж, посмотрим. Действительно, будет интересно последить за тем, как Мини возвращается в раллийный спорт.
Ну а далее в программе, естественно, все подробности очередного этапа чемпионата мира ралли Финляндии, 60-я гонка близ Ювяскеля. Ну и перед началом, перед официальным началом этой гонки пилоты проехали один спецучасток, спецучасток Ла Йорвори. И выиграл этот спецучасток Петер Сольберг, но, естественно, все внимание было приковано и к финским пилотам команды Ford, и к Юхе Канконену. Но Юха Канконен вернулся на одну гонку в чемпионат мира, чтобы принять участие в домашнем этапе чемпионата мира. Но вот как в первый день гонки пилоты отправятся на трассу, Себастьян Лёб на правах лидера чемпионата мира уйдет в бой первым, далее следом за ним последует Себастьян Ажге, Мика Хирванин стартует третьим, Ярмати Латвала четвертый будет уезжать на спецучастке, пятым Петер Сольберг, далее Дани Сорда, Мэтью Уилсон, брат Петера Хеннинг Сольберг, ну и далее Кими Райконен, Мартс Осберг проедет по трассе 10-м в первый день, далее Халид Алькасеми и 12-м и замыкающим группу автомобилей WRC поедет по трассе Юха Канкунин на своем Ford Focus WRC. Ну и вот как пилоты готовятся к первому спецчастку ралли Финляндии 2010 года в пятницу. Итак, посмотрим на карту первого дня. Всего протяженность спецучастков 147 километров. Вместе с дорожными секциями это более 650 километров. Ну и стоит обратить внимание на 20 участков Рилла, где есть знаменитый трамплин, знаменитый обрыв, даже можно так сказать, про этот участок дороги. Ну и известнейший Доб Магинпа, которым пилоты преодолеют также два раза. Ну и вот утренняя секция, 4 спецучастка, и Себастьян Лёб на правах лидера чемпионата мира открывает дороги. Здесь, в Финляндии, не так важно, кто стартует первым, все пилоты примерно в одинаковых условиях, потому что дороги чистые и не так важно то, кто расчищает гравий для следующих пилотов. Эти дороги используются в основном и в обычной жизни, используются финнами, обычными водителями, и поэтому траектория остается довольно-таки чистой, но тем не менее все-таки не стоит забывать о том, что Лёб чистит эту трассу, и может быть это как раз и явилось следствием той ошибки, которую допустил Сепп на одном из первых спецучастков. А здесь очень важна аэродинамика на этой гонке со всеми этими трамплинами, которые есть в Финляндии, и, естественно, разбитый передний бампер, сплиттер не добавил скорости Ситроену C4 Себастьяна Лёба, и сам был очень недоволен, шестикратный чемпион мира, тем, что случилось. Он говорит, здесь очень быстрая трасса, и аэродинамика очень важна, так что сейчас машина практически неуправляема. Я просто не могу поворачивать, говорит Сепп, перед каждым трамплином мне надо тормозить, потому что машина просто взлетает, и приходится подъезжать, естественно, к поворотом также на тормозах. Ну и Мика Хирванин приехал сюда для того, чтобы отыгрываться за все те поражения, что были у него в сезоне 2010. Финн был очень быстр на первых спецучастках, вышел в лидеры. После третьего допа лидировал, но на четвертом спецучастке случилась ошибка, очередная уже ошибка в этом сезоне. Был очень стабилен Финн на протяжении нескольких лет, но в этом сезоне допускает очень много ошибок, и вот к чему привела очередная запись любительской камеры и несколько переворотов Ника Хирванина. К счастью, все обошлось без серьезных последствий, и Мика Хирванин и Ярма Лехтинен покинули машину сразу после аварии в целости и невредимости. Все в порядке и с гонщиком, и со штурманом. Посмотрим еще раз на повтор. Вроде бы приземлился Мика нормально обратно на трассу, но затем повело машину в сторону, и налетев на траву, на кочки, начала машина переворачиваться, и, соответственно, застыла на боку, покинули и пилот, и штурман свой фокус WRC. Сразу после аварии шокированно выглядит Хирванин, естественно, посмотрите на этот Ford Focus, просто груда металла, и Ярмати Латвала следовал сразу за своим напарником по команде по трассе. Двухминутный интервал между пилотами, и очень опасно было здесь. Когда Ярмати подъезжал к месту аварии своего товарища по команде, вот этот трамплин,
приземляется Яри, и вот здесь на обочине сколько переворачивался Мика, очень далеко уже отброшен фокус его от того места, где он потерпел крушение это. Ну и, к счастью, обошлось. Все пилоты избежали каких-либо контактов с автомобилем Хирванина. Неплохое время показал на этом спецучастке Яри Мати Латвал, но, тем не менее, он был просто поражен тем, что случилось. После финиша допа он говорит: «Я просто шокирован тем, что произошло. Посреди дороги стояла машина, никто меня даже не предупредил, не было никакого знака». Ничего, к тому же никто не показывал ни табличку «Окей», так что на самом деле я был даже немного взволнован, все ли в порядке, но, насколько я понимаю, парни, с парнями все действительно хорошо, и надеюсь, что они действительно не пострадали. Да, действительно, только после спецучастка пилотам сказали, что и с Микой Хирванином, Ярма Лехтиненом все в порядке, и пилоты продолжили дальше гонку уже без них, уверенными, что все хорошо. Латвала к тому моменту занимал второе место после схода Хирванина, соответственно, в протоколе, уступая только Петеру Сольбергу. Ну а выиграл этот доп, на котором Мика Хирванин разбил машину Себастьяна Ожье. Сэп постепенно прибавлял по ходу этой гонки. На первых допах был немного осторожен, но тем не менее, к четвертому допу раскатился и был уже одним из лидеров по делу. Ну и уже надо сказать, что после вот этих четырех спецучастков сформировалась группа пилотов, которые боролись между собой за места на подиуме, и к Петру Сольбергу и Яри Мати Латвале примкнули еще и Себастьян Лёб с Себастьяном Ожье, ну и Дани Сорда, надо также отдать ему должное, он был весьма неплох в пятницу. Удалось даже невероятное Дани Сорда после четырех спецучастков. Он был впереди и Себастьяна Лёба, и Себастьяна Ожье. Дани выступал в Финляндии за рулем Citroёn C4 команды Citroёn Junior, то есть был понижен в классе на гравийную гонку. Об этом Оливье Кинель говорил совсем недавно. И Дани за рулем Citroёn C4, который все-таки чуть-чуть, но хуже, чем у заводских пилотов, был на третьем месте, уступая только Петру Сольбергу и Яри Мати Латвале. Ну и продержался он на этой строчке достаточно долго. После пятого спецучастка также он был на третьем месте. Затем удержался там и после шестого, и только потом начали пилоты заводской команды обгонять его по очереди. Сначала Себастьян Ожье оттеснил своего конкурента за место в составе заводской команды Citroёn. Ну а Юха Канкунин был хорош, был великолепен с самого начала, сразу приспособился Юха к новому автомобилю. Сначала показывал времена за пределами первой десятки, но, тем не менее, к середине дня, уже к середине пятницы раскатился, и вы можете наблюдать его на 10-й строчке генеральной классификации после 5 спецучастков. Весьма неплохо для 51-летнего пилота, но впереди него Халид Аль-Гасми и Кими Райкконен совсем не на большом расстоянии временном, так что мы вправе ждать от Юхи Канкунина еще большего. И сам он после финиша очередного спецучастка сказал, что очень доволен своим стилем пилотирования и автомобилем. Ну что ж, продолжаем наблюдать за тем, как складывались события первый день гонки. Всего таких боевых дня на сей раз в 60-м ралли Финляндии было два. Организаторы изменили привычный трехдневный формат на двухдневный, и, соответственно, более получилось расписание насыщенным. Ну и это ли повлияло на выступление Мика Хирванина или нет, тем не менее в гонке он уже не участвовал после четырех спецучастков. На самом деле то место, где мы вылетели, говорит Мика, это, наверное, самое любимое мое место не только в этом ралли, во всем чемпионате. Это очень интересный трамплин, и на самом деле все было нормально, мы приземлились там, где и должны были, на середине дороги, но само по себе приземление было жестким, и неожиданно нос машины понесло совершенно не в ту сторону, куда я предполагал. У меня просто не было времени среагировать, машина вылетела на обочину и начала переворачиваться, так что это самая большая в моей карьере пока авария. Ну а Яри Мати Латвала остался
единственным пилотом команды Ford, заводской команды Ford, и, соответственно, к нему были вопросы относительно давления. Ощущаете ли вы давление из-за того, что сейчас являетесь лидирующим Фордом? Ну, Ярий Матилатвало сказал, говорит, что лучше об этом не думать, я просто хочу сконцентрироваться на своем пилотировании, как это сделал в Новой Зеландии. В Новой Зеландии Ярий Матилатвало выиграл, ну а лидировал после 5 спецучастков Петер Сольберг. У норвежца весьма неплохие шансы в ралли Финляндии даже на победу, и он говорит, что у меня отличный ритм, пока все идет по плану, я могу идти быстрее, но пока этого не требуется, нельзя допускать ошибок, нельзя допускать прокола. На последнем допе это сделать было очень легко, и пока рано кому-то что-то доказывать, говорил Петер Сольберг на дневном сервисе в пятницу. Как всегда, в Финляндии огромное количество болельщиков приезжает посмотреть за гонкой чемпионата мира. Практически 1/10 часть населения страны. Около 500 тысяч зрителей собирается суммарно на спецучастках, и все они теперь после схода Мика Хирванина поддерживали, естественно, Ярий Матилатвало, ну и было немало болельщиков у Петра Сольберга. Норвежцы традиционно также в огромных количествах приезжают на эту гонку и, естественно, поддерживают своего пилота. Ну а Ярий Матилатвало после 6-го спецучастка, который закончился, проигрывал Петру Сольбергу всего 1/10 секунды, и было понятно, что ралли рано или поздно лидер сменится в этой гонке. И Ярий Мати, показав великолепное время и на 6-м спецучастке, который он выиграл, и на 7-м далее, который он также выиграл, вышел в итоге в лидеры гонки и опережал после 7 спецучастков Петра Сольберга практически уже на 3 секунды. Себастьян Лёб с утра выступал не слишком сильно и свой первый доп в этой гонке выиграл уже ближе к концу первого дня. Случилось это на 8-м спецучастке, и ему удалось обойти в итоге и Даниэля Сорда. Ранее Дани прошел и Себастьяна Ажье, и Дани таким образом откатился на 7-ю строчку, но тем не менее, испанцу также стоило отдать должное, потому что никто не ожидал, что в Финляндии он будет бороться и с Лёбом, и с Ажье. Юха Канкунин прибавлял, и в итоге к концу первого дня не просто догнал Кими Райконена и Халида Алькосими, но и опередил обоих. Особенно принципиально, наверное, для финского ветерана было опередить молодого финского пилота Кими, чемпиона Формулы-1 2007 года, новичка для ралли, но тем не менее Кими уже успел доказать, что он может быть весьма быстр. Ну и в числе прочих Юха Канкунин также в итоговом протоколе после первого дня оказался выше Хеннинга Сольверга. Все дело в том, что Хеннинг допустил вот эту ошибку, очень серьезная авария. Также несколько переворотов и такой массивный инцидент, первый, наверное, для вот этого экипажа Илка Майнер, Хеннинг Сольберг. Также несколько переворотов и срубил дерево даже Хеннинг по пути в канаву. Весьма-весьма впечатляющая авария. Тоже, надо сказать, что обошлось без жертв и серьезных травм. И также была авария и у другого Форда, у Форда Халида Алькосими. Халид на этой гонке отмечал своего рода юбилей. Это третья годовщина его выступления в чемпионате мира по ралли. Дебютировал он именно на ралли в Финляндии. И здесь таким вот своеобразным образом отметил эту дату. Посмотрим с любительской камеры, что произошло. Также несколько переворотов Форда Фокус. Впрочем, не так все красочно, как у Хеннинга Сольберга или тем более у Мика Хирванина. Ну и в глубине пелотона также несколько серьезных аварий. Сразу несколько переворотов. 8 полных переворотов этой Субару. Ну и смотрим на таблицу. Ярий Матилатвало лидирует после 8 спецучастков. Петр Сольберг, Себастьян Ажье, Себастьян Лёб на 4-й строчке. И абсолютно одинаковое время у него с Дани Сорда. Ну и только следом за ними уже с 2-минутным отставанием Мэтью Уилсон. Ну а далее Юха Канкунина впереди Кими Райконена и пилотов на автомобилях Супер 2000, которые замыкают десятку.
Ну а вот и настал момент, когда у нас есть возможность поговорить с Юхой Канкуненом. Он объясняет главные причины, почему он решил вернуться на эту гонку. Он говорит, все просто, я здесь, потому что это 60-я годовщина ралли Финляндии, плюс мне самому недавно исполнилось 50. Ну и, естественно, для любого финского гонщика выйти на старт домашней гонки — это нечто особенное. Всегда хочется большего, даже если ты ушел из спорта. Ну и, конечно, я хочу поблагодарить тем самым всех финских болельщиков за ту поддержку, которую они оказывали мне на протяжении всей моей карьеры. Вышел на старт этой гонки за рулем Форда Фокус WRC Юха Канкунин, и вот рассказывает он о том, как ознакомился с этой машиной. На прошлой неделе я был на тестах с Микой Хирванином, потому что мне хотелось ближе познакомиться с этой машиной. Я провел целый день с ним, и он прокатил меня в штурманском кресле. Странно, еще совсем не так давно я возил его в Италию, и там учил пилотировать раллийные автомобили, а сейчас уже он учит меня. Время летит очень быстро, первые впечатления очень позитивные от машины. Двигатель ничем не удивляет, особенно в сравнении не с группой Б, но скорость в поворотах, особенно в медленных, прыжки с поворотами, управляемость, великолепная машина, говорит Юху, очень сильно отличается от всего того, на чем мне доводилось выступать в прошлом. Ну и Юха отмечает, что сейчас явный фаворит это Себастьян Лёб, как в свое время сам Юха был примером для подражания для молодых пилотов, то сейчас абсолютный лидер это Себастьян Лёб, он просто отличный пилот, говорит Юха. Я должен признать, что он один из величайших пилотов всех времен, и неудивительно, что он выиграл так много гонок и чемпионатов. Пройдет еще немало времени, прежде чем кто-то сможет превзойти его достижения. Ну и другие парни, они, конечно, тоже хороши. Я бы сказал, что я могу выжить сейчас из этой машины 95% того, что могут они, но совершенно точно не больше. И вот эти 5% — это самое сложное из того, что приходится отыгрывать. Но ралли — это вся моя жизнь, я выступал на профессиональном уровне 25 лет, и могу сказать, что всегда, что бы ты ни делал, какими бы проблемами ни была занята твоя голова, насколько бы ни был ты старт, когда загорается зеленый светофор, все остается по ту сторону лобового стекла, не остается ничего вокруг, ты просто пытаешься выжать максимум из машины и из себя, и концентрируешься только на трассе и на поведении автомобиля. Ну что ж, досмотрим мы уже как прошли финальные спецучастки в первый день. Яри Матилатвала сохранил лидерство в итоге по итогам первого дня. Он чуть даже оторвался от Сольберга. Великолепное время показал на девятом спецучастке. Был он быстрее Петера сразу на несколько секунд, и после 9 спецучастков Петр уже проигрывал в Латвале практически 10 секунд. Ну а далее были еще 3 Ситроена. И на 10 спецучастке эта тенденция продолжилась. Петр Сольберг был еще медленнее, чем Яри Матти на 10-м спецучастке, на спецучастке Махинпа, на втором его прохождении, и там потерял еще несколько десятых. Яри Матти Латвала таким образом закончил первый день на лидирующей позиции, последний доп выиграл Лёб, Себастьян Ожье был вторым, но тем не менее они лишь приблизились на расстояние, если можно так сказать, атаки к двум дуэлянтам, которые боролись за победу в этой гонке в первый день, по крайней мере, так казалось. Себастьян Ожье отставал после первого дня сразу на 21 секунду, Лёб проигрывал и вовсе полминуты. Ну и Дани Сорозен постепенно начинал отставать также от своих напарников по команде. После 10-го спецучастка уже 40 секунд проигрывал он Яри Матти Латвале, ну и практически 10 Себастьяну Лёбу. Мы сейчас видим онборд с камеры, установленной в машине Себастьяна. 186 км в час, невероятная скорость для ралли. Помню, в прошлом году также был у нас онборд с автомобилей с World Rally Cars на одном из спецучастков норвежского ралли, и там пилоты преодолели 200 км в час даже. Но здесь тоже для гравийных дорог 186 км в час. Это огромная скорость. Представьте себе, что значит мчаться по лесу среди деревьев с такой вот скоростью и прыгать на трамплинах. Великолепные машины и браво, естественно, пилоты. Ну а далее в очковой зоне, помимо тех пятерых пилотов, которые боролись за места на подиуме, лучше всех выступал Мэтью Уилсон. Мэтью
занимал 5-е место, опережая героя своего детства Юху Канкунина. Ну и далее, следом за Юхой, закончил день на 8-й строчке Кими Райкунен. Ну и далее также два финна были в десятке, Юха Ханнинен и Мати Рантанен. Ну и великолепное, надо отметить, выступление, естественно, Канкунена. Блестяще пилотировал финна. Не сам, но в Форде Focus WRC выступал на уровне Кими Райкунен, ну а это, естественно, дорогого стоит. На уровне пилота, который, собственно, сейчас имеет гораздо больше даже опыта пилотирования раллиных автомобилей именно вот в такой спецификации. Быстрее Кими Райкунена. И сам Юха говорит, что очень доволен. Я понятия не имел, какие будут показывать результаты, но должен сказать, я доволен. Пока все складывается очень и очень хорошо. Машины просто великолепные. Так, еще раз смотрим на положение. 9,1 секунды отставания Петра Сольберга от Яри Матилатвалы. После 11 спецучастков Себастьян Ажье на 3-й строчке. И далее по списку Себастьян Лёб, Дани Сорда, Мэтью Уилсон, Юха Канкунен, Кими Райкунен. И далее пилоты Юха Ханнинен и Мати Рантанен. Они выступали уже на автомобилях другой категории. Ну и огромное количество болельщиков здесь на сервисе приветствуют пилотов. В частности, как мы уже говорили, очень много норвежских болельщиков приехали поддержать Петра Сольберга. И, естественно, Петр, как всегда, очень взволнован вниманием публики и благодарил всех. Ну и атмосфера действительно великолепная, и мы видим даже Кими Райкунена, который улыбается. Ходит очень много слухов о том, что Кими, скорее всего, останется на следующий год в мировом ралли. Конечно, всем бы болельщикам чемпионата мира этого хотелось. Посмотрим, когда будет принято официальное решение. Ну а вот что сказал Яри Матилатвала по итогам первого дня на пресс-конференции. Когда Мика сошел, сказал Яри Мати, я не хотел думать о том, что я лидирую. Конечно, я знаю, что сейчас у меня единственная машина команды. Но я предпочитаю концентрироваться на своей работе, стараюсь пилотировать так хорошо, как могу. Нет никакого смысла себя подвергать лишнему давлению. Петра Сольберг далее. Это была отличная работа команды. Она заслужила самых больших похвал. Я уверен в себе. Я бы подождал до завтра, чтобы атаковать, но сейчас у меня очень удобная позиция. Яри сказал сейчас, что для него это работа, а вот для меня это хобби, и я весьма доволен вторым местом. Я более расслаблен и могу атаковать, сказал Петр. Ну и Себастьян Ажье, который закончил день третьим, говорит, что если Петр пытается оказать давление на Яри Мати, то я постараюсь оказать давление на них обоих. Но в то же время ралли очень длинный, я постараюсь продолжать в том же духе и надеюсь, что все получится. И к удовольствию финских болельщиков, Яри Матилатвала все же закончил первый день первым. Ну что ж, теперь самое время понаблюдать за тем, как складывалась борьба во второй и последний заключительный день ралли Финляндии 2010 года в двухдневный формат, и, соответственно, очень много спецучастков в течение одного дня. 162 километра пути по спецучасткам и вместе с дорожными секциями практически 650. Ну и обращаем внимание на спецучастки под номерами 14, 17, 15, 18, Цурки и Лео 100, соответственно, на них больше всего собирается болельщиков. Традиционно самые красочные прыжки и самые красочные здесь секции для болельщиков, соответственно, операторов и фотографов. Ну и Яри Матилатвала на правах лидера этой гонки отправляется на спецучастки второго дня первым. Ну и повезло немного финну еще и потому, что дождь небольшой прошел в ночь с пятницы на субботу, и, соответственно, покрытие стало еще более жестким. Соответственно, разницы уже практически не было никакой.
между первой позицией на дороге и, соответственно, пилотами, которые стартовали после в потоке, после Яри Мати Латвалы. Ну и вот что сказал он после первого спецучастка. Очень он был доволен своим стартом. Неплохой у нас действительно получился старт, говорит Яри Мати Латвала. Сцепление было невероятно хорошим. Мне повезло, когда я понял, что прошел дождь, и в некоторых местах я немного колебался, проехать на полном газу или чуть отпустить. Да, немного осторожничал, но в целом потерял всего одну или две секунды, не более того. Так что в целом очень доволен, сказал Яри Мати после финиша 12-го допа. Ну и Петра Сольберга в этом, на этой гонке появилась одна из немногих возможностей в этом году выиграть гонку. Петр очень часто близок к позициям на подиуме, очень часто финиширует на подиумных позициях, и второе место было уже в этом году. Но тем не менее, пока о победах приходится забыть. И потерял практически шансы тоже на победу здесь Петр после первого спецучастка, когда понял, что ошибся и с настройками, и будет терять время по ходу спецучастков. Далее Петр, ну и был он недоволен своим пилотажем. Также я не был здесь в прошлом году, говорит Петр на этом спецучастке, и, соответственно, проехал не очень хорошо. Старт был не слишком хорошим, но самое время проснуться. Но действительно немало потерял Петр Сольберг на 12-м спецучастке. Сразу 3 секунды по сравнению с Яри Мати Латвалой. Точнее, не с Яри Мати Латвалой, а по сравнению с Себастьяном Ожье, который выиграл эту секцию, выиграл этот доп. Ну а пилот из заводской команды Citroën также весьма неплохо начали второй день. Себастьян Ожье, как мы уже говорили, выиграл 12-й доп, а Себастьян Лёб закончил его с отставанием в 1,3 секунды от своего товарища по команде, от своего молодого соперника. Ну и, соответственно, все дальше и дальше начали отрываться и Сепс старший и Сепс младший от Дани Сорда. Дани отвалился постепенно от борьбы за подиум. Уже после 12-го допа проиграл он практически 50 секунд лидеру этой гонки. Гонки Яри Мати Латвали. Ну а у Кими Райконена также были проблемы, но более серьезные, чем у Дани Сорда. Кими вылетел с трассы, несмотря на то, что было 8-м с утра во второй день. Ну, мы видим, чуть шире зашел поворот и протащилась Citroën C4 наружу и упал Citroën C4 в канаву. И потом удалось Кими Райконену выехать обратно на трассу с помощью болельщиков, продолжить этот спецучасток, но ехал настолько медленно, что потерял огромное количество времени, около 10 минут, соответственно, выпустил вперед далеко очень всех основных своих соперников и, соответственно, опустился на 40-е место. Потом уже ближе к финишу гонки на отремонтированном C4 он смог продолжить гонку и добраться до позиции в середине двадцатки. В середине, точнее, третьей десятки на 23-м месте. Ну, а Юха Канклин уверенно пилотировал свой фокус WRC, и как в былые времена, очень интеллигентно проехал по всем спецучасткам, и был и быстр, и стабилен, и, соответственно, занимал 7-ю строчку, и был очень доволен своим пилотажем. Сказал, что ничего не стал менять в машине, ничего не просил у своей команды, просто сказал: ребята, делайте свою работу, а я буду просто пилотировать, и вышел на следующий день, и, соответственно, был ничуть не медленнее, чем опытные пилоты. К тому же допускал меньше ошибок, чем, скажем, Кими Райконен тоже. И в итоге остался в десятке. И в итоге финишировал, надо сказать, на весьма достойной позиции. В итоговом протоколе остался Юха Канкунин на 8-й строчке. Ну а мы вспоминаем самые великолепные моменты за всю историю ралли Финляндии. В 92-м году дебютировал здесь Колин Макрей, и полюбился он финским болельщикам за то, что несколько раз сразу переворачивал свою Субару, но тем не менее, несмотря ни на что, продолжал эту гонку, с помощью болельщиков выбирался обратно на трассу. И Мика Хировин вспоминает, что все время действительно Колин переворачивался, но был настолько голоден до борьбы, что все время возвращался и
при помощи болельщиков, соответственно, продолжил эту гонку, в итоге финишировал и ворвался в сердца своих фанатов, очень много у него. Фанатов было затем в Финляндии. Томми Мякинен одержал в 94 году здесь первую победу. Тогда впервые, как рассказывает Томми, я выступал за рулем Форда World Rally Car, и, соответственно, уже после второго спецучастка обнаружил себя на лидирующей позиции после схода Юхи Канкунина. Невероятные ощущения действительно для меня были тогда, и я лидировал на протяжении практически всей гонки и одержал победу. Свою первую в чемпионате мира. Ну и, естественно, один из величайших пилотов, который когда-либо выходил на старт ралли Финляндии, это Маркус Гронхольм. 7 побед здесь летающего финна. И Маркус действительно король Финляндии, если говорить о ралли. Больше побед в Финляндии не было ни у кого. Ну и, надо сказать, кроме финнов и шведов, здесь вообще всего 4 чужака побеждало в этой гонке. Это Карлос Сайнс, Дидье Ариоль, Марко Мартин и Себастьян Лёб. Сэп очень рад тому, что одержал эту победу. До сих пор улыбка не сходит с его лица, когда вспоминает он о победе в 2008 году. Говорит Сэп, что это одна из лучших гонок в моей карьере, потому что у нас была невероятная борьба с Мика от старта до финиша. То он был быстрее, то я. Мы все время сражались за секунды, за долю секунды, и выиграть ту гонку было действительно здорово. Ну и еще одна замечательная страница в истории ралли Финляндии – это прыжок Евгения Новикова в прошлом году на спецчастке Лиутсо. Тогда Женя действительно показал всем, что могут русские пилоты. Самый дальний прыжок во всей гонке, больше дальше, точнее, не прыгнул никто из пилотов WRC. Тем не менее, в этом сезоне Женя, увы, не выступает в чемпионате мира. Вполне возможно, вернется он в чемпионат в следующем году или, может быть, чуть позже. Очень многие эксперты сходятся во мнении, что Женя один из самых талантливых пилотов своего поколения, и нам бы, естественно, тоже хотелось, чтобы он продолжил свою карьеру в чемпионате мира. Ну а вот посмотрим затем, как пилоты в этом сезоне преодолевали вот этот трамплин на 15-м спецучастке. Вот чего смог добиться Себастьян Лёб. Ну и, забегая вперед, скажем, что это был самый дальний прыжок из всех, что были у пилотов WRC. Опасным выглядел полет Петра Сольберга. Смотрим его онборд. Выступает Петр в этом году с новым штурманом Крисом Паттерсоном. Точнее, с середины сезона начали они свое сотрудничество после того, как Фил Милс решил покинуть большой спорт, решил закончить карьеру. И мы видим, как норвежец приземлился едва ли не на одно колесо, и было действительно очень опасно. Мы видим, как видели недавно, совсем как неудачное приземление может стоить всей гонки. В частности, тоже было у Ника Хирванина. На сей раз Матс Олберг. Неплохой прыжок, но, естественно, достижение Евгения Новикова превзойти никто не смог. Посмотрим, как пилоты подходили к этому месту на трассе. Ну и большую скорость здесь сохранил Себастьян Лёб, 151 км в час, 141 у Петра Сольберга, и у лидера этой гонки Яри Мати Латвалы было всего 130 км в час. В общем-то, понятно, почему не так далеко выпрыгнул Яри Мати и даже не попал в этот чарт своеобразный прыжков. Но, тем не менее, незачем было гнаться Яри Мати Латвали за дальностью полетов. Он лидировал в этой гонке, надо было ему сохранить эту позицию. И после 12 спецучастков, после первого своего утреннего проезда по первому допу, было его преимущество над Петром Сольбергом уже 12 секунд. Затем выросло оно до 15 после третьего спецучастка, ну а затем еще и увеличилось до 22 секунд, когда Петр откатился на третью позицию и преследовал Яри Мати Латвалу уже Себастьян Ожье. Очень был доволен Яри Мати. Ну а Себастьян Ожье вышел на второе место в протоколе этой гонки. Опередил он Петра Сольберга.
Ну и, соответственно, был по-прежнему быстрее Себастьяна Лёба, надо отдать должное Ажье. Он продолжал наращивать темп и в итоге смог подобраться к Яре Матилатвуре ближе к концу этой гонки и оказывать, по крайней мере, давление на молодого финского пилота. Сам Ажье знает не понаслышке, что значит ощущать на себе давление. А в Новой Зеландии все мы помним, как ошибся за 3 поворота до финиша гонки Себастьян Ажье сам. И, соответственно, сейчас Сепп в той позиции, когда может заставить нервничать Яре Матилатвуру, своего оппонента из команды «Форд». Ну и после 17 допов Сепп, наверное, окончательно сдался. Сказал он, что Ажье очень быстр, мы довольны своим третьим местом. Наверное, на нем мы предпочли бы и финишировать. Сейчас я попытался было отыграть у него отставание. Это отставание, но тем не менее выиграл всего полсекунды. Думаю, если бы ралли продолжалось 3 недели, то, наверное, бы я его догнал, сказал Лёб после финиша 17-го допа. Но, тем не менее, мы выступаем здесь на протяжении одного уикенда, так что, скорее всего, догнать Ажье мне не удастся. У Петра Сольберга продолжились проблемы во второй день. Он пропустил не только Себастьяна Ажье, но после 17-го допа еще и Себастьяна Лёба. Но, тем не менее, несмотря на то, что это выглядит разочаровывающе для Петра, он говорит, нам надо все равно продолжать уважать то, чего мы добиваемся, потому что у нас частная команда, мы не можем просто нажать какую-нибудь кнопку и поехать быстрее. Петр откатился на 4-ю строчку, но ему больше ничего не угрожает. Очень далеко откатился Дани Сорда, уже более минуты отставания от Яри Матилатвелы. Ну а на 3-е место вышел Себастьян Лёб. А Себастьян Ажье и Яри Матилатвела должны были бороться за победу на последних 2 спецучастках. 10 секунд между ними. И спрашивают на сервисе у Себастьяна, что вы будете делать. Естественно, я попытаюсь оказывать какое-то давление на Яри Матти, но тем не менее он пока в более выгодной позиции. 10 секунд от второго пилота и всего несколько спецчастков до финиша. Ощущаете давление? Это вопрос уже Яре Матилатвеле. Нет, все в порядке. Я думаю, я немного нервничаю, конечно, но мне кажется, что так и должно быть. 2 спецчастка до финиша. Посмотрим, что произойдет на них. Ну что ж, познакомимся немного плотнее с Финляндией. 3/4 страны — это леса и озера, не так много крупных городов, население всего 5,5 миллионов человек. Это даже с Москвой сравнить нельзя, но, тем не менее, очень гордая нация и нация, которая очень сильно любит ралли. Примерно 500 тысяч болельщиков каждый год собирается здесь, это примерно 1/10 страны, чтобы посмотреть гонку в Ювяскеле. Ну и это одно из самых главных событий в году. И здесь регулярно собираются огромное количество болельщиков. И, естественно, выступать пилотом в такой обстановке также очень приятно. Ну что ж, 42 километра отделяют Яри Матилатвелу от первой победы на домашней трассе. Победы, которых было 3 у Юха Канкунина. 3 побеждал в домашней гонке Юха. Но на сей раз занял лишь 8-е место, но тем не менее был очень доволен. Юха проделал огромную работу за рулем абсолютно незнакомого для себя автомобиля. Финишировал в гонке 8-м и был быстрее по ходу дистанции, чем некоторые пилоты, которые гораздо больше опыта имеют за рулем этих автомобилей. И был быстрее Халида Алькасини и Кими Райкнен. И очень доволен. 8-е место очень неплохо. Я 2-й из финских пилотов, гордится Юха. Я бы не мог справиться лучше. Ну что ж, хотите вернуться еще раз или все, это уже закрытая книга? Это все, говорит Юха Канкунин. Я еще проеду несколько небольших гонок, но в чемпионате мира больше никогда. Что ж, пожелаем Юха Канкунину удачи. Действительно, один из величайших пилотов в истории мирового ралли. Теперь, наверное, можно считать его карьеру в чемпионате мира абсолютно завершенной. Получилась она великолепной, и многие ей будут завидовать. И будет завидовать даже Себастьян Лёб, потому что Юха Канкунин перепробовал на своем веку очень много автомобилей. Группы Б и группы А.
Эй выступал за рулем Уолдера или Карров. Так что, наверное, лучшей карьерой и нельзя было себе представить. Что ж, далее по списку Мэтью Уилсон финишировал на шестой строчке. Дани Сорда занял в гонке пятое место, так и не смог он побороться с Лёбом и Ажье. Не смог попасть на подиум, и Петер Сольберг финишировал в этой гонке четвертым. На последних допах пытался было норвежец атаковать Себастьяна Лёба, но так и не смог дотянуться до шестикратного чемпиона мира. Сэп финишировал в итоге впереди, опередил совсем ненамного норвежца. Вот мы видим финиш француза, лидера команды Citroën. Последние 5 метров дистанции, и он быстрее и на последнем спецучастке. 4,5 секунды на финише этого ралли. Не так много, но тем не менее это разница между попаданием на подиум и нет. Себастьян Ожье мог выиграть эту гонку, если бы он проехал невероятно быстро на последних двух спецучастках, но тем не менее одолеть Яримати Латвалу он так и не смог. Второе место для Себастьяна Ожье, тем не менее, великолепный результат для француза в своей первой гонке за заводскую команду Citroën. Поздравим и его, ну и, естественно, стоит поздравить и Яримати Латвалу. Великолепный уикенд молодого финского пилота, ни одной ошибки, очень зрелая езда в этом году. Заматерел Яримати Латвала, было очень много ошибок в прошлых сезонах, но тем не менее, в этом году он выступает абсолютно на уровне Мика Хирванина и даже быстрее. И победив в ралли Финляндии 2010 года, он обошел своего напарника по команде в личном зачете чемпионата, вышел на третью строчку, но, наверное, сейчас не так важно, нет практически шансов. Давайте будем откровенны, Яримати побороться за чемпионский титул, но тем не менее, он в этом году сделал больше, чем от него ждали. Он выиграл в Новой Зеландии, и он выиграл домашнюю гонку. Гонку, которую хотят выиграть, наверное, все раллийные финские гонщики. Яримати Латвала выиграл ралли Финляндии. 60-ю гонку в истории этого великолепного этапа, этого великолепного ралли. Итак, Яримати Латвала, победитель ралли Финляндии 2010 года. Что это, исполнение мечты? Да, наверное, можно и так сказать, это исполнение моей мечты. Я пока даже не понимаю, что произошло. Это то, о чем я мечтал с тех пор, как был маленьким мальчиком, говорит Яримати. И все эти фанаты вокруг выиграть на глазах у соотечественников, это просто фантастика. Итак, Латвала стал 11-м пилотом, который выиграл домашнюю гонку, и одно из первых поздравлений от трехкратного победителя ралли Финляндии, от Юхи Канкунина. Так, финальная классификация. Яримати Латвала победитель этой гонки. Себастьян Ожье на втором месте. И далее еще три Ситроена. Себастьян Лёб, Петер Сольберг и Дани Сорда. Следом за ними Мэтью Уилсон, Матс Осберг, Юха Канкунин, Юха Ханнинен и Пер Гуннар Андерсон замкнул очковую зону за рулем Шкода Супер 2000. Ну и надо сказать, что также это 10-я победа для команды Ford в Финляндии. Больше ни у одного производителя нет побед на этой гонке. Что значит для вас победить в ралли в Финляндии? Это особенное чувство, это была мечта маленького мальчика с 3 или 4 лет. Когда мне исполнилось 7, я впервые приехал сюда посмотреть на гонку в качестве болельщика. В 2003 году я впервые выступил здесь как пилот. Ну и 7 лет спустя я выиграл этап чемпионата мира, я выиграл гонку здесь. Но 7 лет назад я даже представить не мог себе, что способен ехать так же быстро, как и они. И сейчас я победитель. Ну и Майкл Уилсон также говорит, что это очень важная гонка для Ford. Мы были очень разочарованы в Болгарии на предыдущем этапе, потому что мы ожидали, что выступим там намного лучше. Но важно продолжать и работать, пытаться отыграть отставание. Вы не можете себе представить, насколько я доволен тем, что команда снова вернулась в борьбу. Ну и, естественно, не надо забывать о Яре. Он проделал фантастическую работу. Ну и, соответственно, благодаря этой фантастической работе Яримати вышел на третью строчку в личном зачете чемпионата мира, опередил Петра
Сольберга. Петра занимает сейчас четвертое место. Себастьян Ожье и Себастьян Лёб возглавляют личный зачет чемпионата мира. Ну и Себу надо очень постараться, чтобы проиграть седьмой титул в карьере. Ситроен по-прежнему продолжает лидировать в зачете марок. Но, тем не менее, борьба в зачете марок гораздо более плотная, чем в зачете пилотов у команды Ford. Есть еще шансы опередить своих главных конкурентов. Награда Spirit of the Rally предсказуемо досталась Юхе Канкунину. Не будет Юхи на следующем этапе чемпионата мира в Германии, который состоится в конце августа. Но, тем не менее, все остальные пилоты, все ведущие пилоты чемпионата мира вновь выступят там. Естественно, покажет эту гонку и телеканал Автоплюс. Обязательно не пропустите трансляции предваряющие ралли Германии и затем отчет об этой гонке. Ну, а мы будем уже сейчас прощаться. Еще раз поздравляем Яри Матилатвалу с победой на 60-й гонке ралли Финляндии, с победой на домашней его гонке. Поздравляем и пилотов заводской команды Citroën, которые были на втором и третьем местах. Ну и прощаемся с вами совсем ненадолго. Уже в середине августа встретимся вновь на дневнике чемпионата мира, который будет предварять этап в Германии. Сегодня в студии для вас работал Олег Карпов. Всего доброго вам, до свидания и удачи.